Адвокаты политика Илона Шора оспорили информацию, которую они назвали ложной, предоставленную службой информации и безопасности компании Meta для блокировки аккаунтов представителей молдавской оппозиции Facebook и Instagram. Также юристы запросили объяснение относительно причин такого действия, утверждая, что предоставленная СИБ информация не содержит достоверных фактов. Я уже направил запрос директору СИБ, чтобы он нас проинформировал. На телевизионных каналах он заявил, что еще в 2023 году обратился к Meta, чтобы аккаунты этих людей были заблокированы. Мы хотим проверить и получить информацию от директора СИБ, чтобы узнать, какую информацию он предоставил компании Meta. Мы предполагаем, что информация была ложной. Ранее в службе информации и безопасности заявили, что предоставленная Мете информация касается использования российской стороной аккаунтов для продвижения дезинформации и пропаганды, в частности, перед местными выборами в 2023 году. Однако адвокаты Шора утверждают, что не обнаружили никакой пропагандистской деятельности или дезинформацию в аккаунтах соответствующих политиков Facebook. Это право на свободу выражения мнения. Какая дезинформация? Какая пропаганда? Майя Санду пропагандирует Европейский Союз, другие пропагандируют Россию, третьи пропагандируют что-то другое. Это право людей, особенно политиков. Майя Санду пропагандирует Европу и США. Это пропаганда? Если Таубер или Гуцул говорят, что хотят быть с Россией, это тоже пропаганда? В чем разница с тем, что говорит Майя Санду? Ранее компанию, возглавляемую Марком Цукербергом, критиковали за сотрудничество с правительствами ряда стран, обвиняли в цензуре оппозиции и подавлении критических мнений. В этой связи адвокаты Илона Шора обещают продолжить борьбу за свободу слова в своей стране и запросить разъяснения относительно действий СИБ и Meta в этом деле. На прошлой неделе были заблокированы страницы Facebook лидера блока «Победы» Илона Шора, независимого депутата Марины Таубер, лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу, а также Башкана Гагаузии Евгений Гуцул. Служба информации и безопасности утверждает, что еще в прошлом году она проинформировала компанию, управляющую социальной сетью Facebook, об использовании этих аккаунтов лицами, аффилированными российскому фактору для продвижения дезинформации и пропаганды, не представив конкретных доказательств того, какая это дезинформация, а также не приведя доказательств, подтверждающих их подозрения относительно происхождения денег. До сих пор ни одно правоохранительное ведомство страны не представило никаких доказательств незаконного источника финансирования, оставляя в публичном пространстве место для спекуляций. Политик Илон Шор неоднократно заявлял, что деньги, которые он использует в различных политических проектах, поступают от его международного бизнеса и имеют законное происхождение. Ранее представители блока «Победа» осудили политическое давление посредством возбуждения уголовных дел против активистов блока, арестов и обысков, а также отстранения кандидатов от участия в выборах.